Пошел ты, черт! Иди нахер, чувак. Завали ебло. Отсоси. Возьми в рот. Сунь за щеку и умри. Возьми поглубже. Тут без сомнений отсоси еще раз. Слушается дело. Рэперы против интернет-троллей. Ну, давай посмотрим, что еще пишут эти ебанаты. Дэвид Восп, К.Л. Этот жиртрест так хорошо поет. По-моему, слово «жиртрест» само по себе смешное. Меня еще никто никогда так не называл. Ну, так Ник пишет. О, эта песня заставляет ненавидеть свой член. Ну, надеюсь, ты полюбил свое очко. У меня даже заболели глаза, крутая песня. Да, конечно, я весь сияю. Там мои бриллианты, плюс я на экране. Так что, лучше держи глаза закрытыми. Я горжусь тем, что принимаю ЛСД, а тут появился этот парень, желающий кайфануть, но делает это бестолково. Пробует. Отсоси. Да всем насрать, что ты делаешь, никому нет дела. С каких пор появились какие-то правила? Ебучий лузер. Тут без сомнений отсоси. Энтони Насти, мой пердеж звучит лучше. Виз Калифа, нигер, который плачет, слушая Дрейка. Энтони Насти, у тебя определенно есть какие-то проблемы, над которыми стоит поработать. Flaming June UK. По-моему, это неправильно. Сравнивать женщину с конфетой. Это сексизм. Пошел ты, черт. Девочки сладкие, слова милая, дорогая. С этим и связано, ты не в курсе, идиот. Маркиз Строн. Грустно, что я помню эту песню только по Манекен Челлендж. Найдите работу получше, Рэй, вы мусор. Если ты участвовал в челлендже, значит купил песню и значит помог нам платить по счетам, и похер, что ты говоришь. Номер один 7 недель. QDFT665 говорит. Я особо не знаю про Пушу Ти, но я забью любого, кто будет при мне это слушать. Если ты думаешь, что способен накинуться на кого-то за прослушивание этой песни, я заплачу сколько угодно, чтобы на это посмотреть. Lucky Music Life пишет. Мой сын родился этим утром, пока играла эта песня. Родился здоровым, но на пару дней раньше. Решили назвать его Шон. Это удивительно, мужик. О, черт. Тут ему ответили. Лучше заткнись. Ты писал, что назвал ребенка Малоун в комментах к клипу поста Малоуна. Lucky Music Life. Ну ты, получается, и кусок дерьма. Где пропадал Стормзи? Он снова становится никем. Дай нам Грайма. Становится никем? Чего? Серьезно? Роберт Уэллс написал. А Бутси Коллинс, папочка Тучинс? Нет, мой папочка мертв. The Exposed. Он похож на Бобби из Джимми Нейтрона. Если он имел в виду Болби, то это очень невежливо, совсем не похож. Он там был самым веселым персонажем. Я вообще не так выгляжу. Это из-за того, что я толстый? Не думаю, что из-за прически. Ну ладно, может быть. Неважно, иди нахер, чувак. Дропс. У Гигса красивое пальто монашки. Голубое пальто с кремовым мехом. Да нормальное пальто. Эдриана пишет, Уайли умер не за это. А Уайли умер? Непонятно. Майкл был в отряде мальчиков баптистской церкви в Норбери. Будь честен с собой, прежде чем тебе попадется по-настоящему плохой человек. Это в точку, я был в отряде. Как вообще об этом узнали? Ты знаешь, что это такое? Не. Бойскауты. Как так? Кто это? 5 лет в отряде. Зато время развил лидерские качества. Эта песня заставляет меня смотреть в попкорн и есть экран. Думаю, тебе нужно поспать. И больше не просыпаться, потому что ты тупой. Epic Face пишет. О, господи, это работает! Раз, задержи дыхание на 5 минут, два, умри. Ну, вот такие комментарии. Эскар Сига написал. Зачем этот нигер носит фартук? Потому что я готовлю свэк, сучка. Чарли, я очень расстроен, что ты пригласил этого бестолоча на студию. Что за херня? Если хочешь настоящего артиста, пригласи меня. Давай здесь остановлюсь. И этот парень хочет устроить жару на студии. Ты недостаточно хорош. Иначе бы ты уже был там.
Возьми меня на шоу, пожалуйста. Смотри, ты у меня выпрашиваешь. Мужчина не просит, мужчина приходит. И знаешь почему? Ты слаб. Не все так плохо. Думал, будет хуже. В общем, могу сказать... Сунь за щеку и умри. Возьми поглубже. Если я тебе нравлюсь, я люблю тебя, иначе пошел нахуй. Не забывай защищать своего малыша. Относись к сексу ответственно и не принимай ЛСД.